У Гомельской области прошла онлайн-викторина. Ее промерковали до 75-й годовины Великой Перемоги. У один момент до пытания долучились больше за 5000 человек. Это школьники и студенты Гомельской области. Пытания тычились периоду Великой Отечественной войны, предпосылок подей, военных фильмов и музыки. Организовали мероприемство выкладчики исторического факультета Гомельского державного университета имя Франциска Скорины. Таким чином, они жадали не только проверить веды молоди, але и нагадать об трагичных подеях того часу. Данная викторина не ставит перед собой задачу проконтролировать уровень знаний. Нет. С одной стороны, для нас, как для людей, которые готовят будущих учителей истории, ученых в области исторического знания, очень важно понять, насколько освещена, насколько хорошо известна война для наших школьников. Это с одной стороны. А с другой стороны, эта Олимпиада дает возможность самим школьникам проверить уровень своих знаний и узнать из этой Олимпиады что-то новое.